перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Брат, брат, сестра, присоединяются. Присоединяются братья, сестры и все такое. О, е. Всем машу. Помахать. Брат первый, брат второй. Третий, четвертый. Е. О. Е. Давайте человек 15 соберется. Все же в школах еще. Привет. Всем привет. Привет. Кто это? А это же ты, тот самый человек, который пришел сюда и... решил провести со мной частичку дня рождения. Так что привет тебе. Всем привет. Йоу, люди, салют. Все на работах, все в школах, все в универах еще. Но мы посидим. Спасибо. Посидим, пообщаемся. Всем привет. Привет. Кто хочет, звоните, поболтаем. Сегодня у нас поздравительный этот... 3 сентября перевернули календарь, и сегодня будем поздравлять. Поздравлять меня с днем рождения. Меня с 18-летием. Спасибо. С днем рождения. Привет, Дима. Джимми М, привет. Всем привет. Всем привет, друзья. Ну что, начнем сразу со спойлеров. С козырей. У меня сегодня день рождения. Представляете, ребята? День рождения. Праздник детства. И никуда от него нам что? Не сдеться. Всем привет, братья, сестренки. Слушайте, второй спойлер. Давайте по порядку спойлеры. Первый спойлер. У меня сегодня день рождения. Спасибо всем за поздравления. Это единственный способ сейчас всем ответить, всем сказать спасибо, потому что, блин, очень много сообщений ВКонтакте. Прям, ну, реально не ожидал. До хрена. Спасибо. Второй спойлер. Мне не 18 лет. Представляете? Блин, мне не 18. Ну, я спалил же уже. Мне 27 лет сегодня. 27 лет. И, ну, блин, в клуб вступлю ли я 27? Ну, посмотрим. Давайте на финале ФБ посмотрим, вступлю я или нет в клуб. 27, ребята. Второй спойлер. Напишите в комментариях, сколько вы хотите сегодня спойлеров увидеть. Вот. Мне, конечно, все равно, потому что, может, и ни одного не будет. Вот. Да, постараюсь не умереть. А, подалфи. Челка. Я тут сижу просто в кабине трактора сегодня, там трон-трон-трон-трон-трон-трон, в кабине трактора, поэтому такой головной убор. О, вот это хороший вопрос, 27 лет, где жена, где дети, где работа, где кредит? Просто в уныние, охренеть. 27 лет, 27 спойлеров. Окей, 27 это как 5 рук на левой руке. Да вообще без проблем. Всем машу. Вот. Поеду сегодня праздновать в сельский клуб. В сельский клуб поеду. К братьям и сестричкам подержаться за доярку. И все такое. Не, ребят, я не пью. Я не пью алкоголь. Ну, чуть-чуть выпью сегодня. А так вообще не пью практически. Всем привет. Вообще не очень бы хотелось по батлам говорить сегодня, на самом деле. Не хотелось бы
теории, тайны, заговоры и все такое. Тем более не хотелось бы в столь чудесный, всем привет, в чудесный атмосферный день 3 сентября, когда все люди перевернули календари, мне совсем не хотелось бы видеть слово «микси» здесь. Совсем не «микси». Пожалуйста, кто напишет «микси», тот петух, вот после этой фразы. Давай, брат или сестра, прими удар на себя, напиши большими буквами «микси». Вот, розыгрыш петуха, 3 сентября, розыгрыш петуха. Ой, побеждает человек с ником Горбацхев. Горбацхев, ты был первый. Горбацхев, поздравляю тебя. Чувак, прости, но ты петух. Ну что по микси? Короче, ребята, батла с микси не было, и все. Я не хочу про батлы сегодня говорить. Вот, и пусть Сэмми врывается. Давайте Сэмми ворвется. Это традиционный друг, такой, да, традиционный это, наших эфиров немногочисленных. Сеймур, хочешь, звони. Все посмотрели батл Сеймура вчера, раз мы продолжили тут. Петух разыгран, давайте дальше что-нибудь пообщаем. Вчера у моего братишки вышел батл. Тут все братишки, все сестренки. Но вчера у братишки, который чуть-чуть выше, чем другие братишки, вышел батл. Вот. Поэтому посмотрите батл. На самом деле я расскажу немножко, если вам интересно, расскажу свое мнение без спойлеров. Вот. Кто хочет врываться в эфир, звоните, но так давайте, чтобы типа с поздравлениями и желательно не это, без пожеланий там плохих всяких. Типа, ху-ху, с днем рождения, брат, счастья, добра тебе и все такое. Вот. И главное, чтобы это не микси. Микси, не звони мне. Никогда. Вот. Но батл с Микси, давайте так, батл с Микси когда-то будет. Осталось три батла, Микси и МакКоннон и ПМ. В какой поочередности они будут, я не знаю, но когда-то будут. Вот. Топ-3 лучших рэп-батлеров на данный момент. Сеймур-рэп с Гнойной. Кто согласен? Я согласен. Согласен практически. Ну, я бы ПМа туда включил, на самом деле. Вот. Кто хочет звонить, пообщаемся. Мы тут на полчасика буквально. Вот. У меня там люди готовят. Хорошо иметь женщину, сестру, детей маленьких, не своих особенно. Классно. Вообще детей плохо иметь, конечно. Оп! Вот. И там у меня готовят люди, поэтому я тут чуть-чуть поболтаю с вами. Просто кто не на уроке, кто не на паре и кто не на работе, поболтаем с вами. Блин, осанку я... Вот, Бови, когда будешь поправлять осанку? Учительница в первом классе говорила то же самое мне, когда я хреново сидел за партой. Поэтому, блин, я думаю, это уже непоправимо. Главное, похудеть лучше. Я тот самый чел, который тебе в личку постоянно пишет. Привет, чё, как дела? Блин, как дела? Короче, как дела теперь это? Теперь, в общем, у меня ответ есть в истории. Все круто. Да-да, звоните, я тут немножко по это. Если кто звонил, сори, по это, еще раз. Позвоните, кто хочет, пообщаемся. Ну, только чтобы это там не тормозило. Блин, в школу я пошел 1 сентября 98 года. Кстати, вот вам еще один спойлер. Я пошел в школу 1 сентября 98 года. Мне тогда исполнилось было 6 лет. Так, соответственно, синяки большие. Короче, я теперь высыпаюсь, но у меня тут девушка приехала, поэтому теперь не высыпаюсь. Еще один спойлер. Ай, 20 спойлеров уже. Вот. Короче, и третий тур ФБ. Была, да. Вот, и, соответственно, я пошел в 6 лет в школу, и так получилось, что в 11 класс я пошел в 15 лет по этой же причине. Прикиньте, такой, потому что я пошел в 6 лет, у меня не было 4 класса. Это не Наруто на голове, это шляпа комбайнера. И, короче, соответственно, я пошел в 11 класс, мне было 15 лет, и через 2 дня исполнилось 16. Классно, да? И сразу все считают, типа, 15 лет, 11 класс, тебе, типа, 4 года было. Вот такой вот я умный, да. Но это не помогло мне стать комбайнером, и сейчас я сижу в кабине. Тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур. Поехали со мной, залезайте на шаттл. Всем привет. Кто это? В общем, давайте, человек Дани Чурбанов тут хочет в эфир влезть. Давай, я живу в Питере, да. Поехали. Сейчас ожидаем этого чувака, какого-то братишку нашего. Следующий батл не скажу с кем. Чувак, подсоединяйся. Альбом Джарахова жду, да, больше всех. Еее!
Витек. Салют, салют. Е, ты в эфире, чувак. Все на тебя смотрят и ждали именно тебя. Ты охуенный, братан, Витек. Вообще у тебя батлы вообще крутые, короче. Спасибо. Да. Базаришь, базаришь. Вчера захожу в YouTube, ну, вечером уж, короче, смотрю, да. Сеймур, бля, вышел с Лехой Медь. Сразу да. Захожу, бля. Ну, Сеймур заебись сделал, короче, братан. Ну, может, лучше, но батл выиграл. Давай так. Выиграл, да. Ну, батл пиздатый, короче. О, слушай, тут спрашивают, что за сельский казах? Чувак, ответь как-нибудь. Ответь ёмко и кратко. Вот так вот, так, чтобы эти люди сразу заткнулись. Тихо. Смоки... Я не казах, если что, так-то. Смоки салют. Поняли, это не казах. Ну, короче, ладно, чувак, давай, мы это... рад, что следишь за батлами. Скоро новые батлы будут. Так что... Спасибо. Спасибо, братиш. Чувак, и ты не сельский казах. Сельского казаха я видел, он в моей команде. Ты совсем не похож на него. Все, хорош. Пацанам. Спасибо, казах, Витек. Да, давай. Давай. Сделайте шуму для Смоки. Анана! Смоки, привет. Салют, Смоки. Смоки, давай в эфир. Блин, поздравь меня. Кто Смоки оскорбит, того сразу в бан. Блин, а как набрать? Ну вот наберите меня, выйти в прямой эфир со Смоки. Смоки Мо в эфире. Ну чё, друзья? Салют. Как ты? Я жив, здоров. Витя, как ты? Я почти стал дедом сегодня, представляешь? Блин, так плохо слышно. Чё со звуком? У меня всё норм. Тебя слышат. Нормально меня слышно? Да, тебя нормально слышно. Я буду по губам читать, что ты говоришь. Моки в эфире, тебя меня не слышно? Меня только что сельский казах слышал, который был в трансляции. Набери меня еще раз. Сейчас я выйду из инсты, войду еще раз, потому что звука нет, прикинь. Я понял, сейчас. Давай. Есть. Смоки Мо сейчас будет в эфире. Подождите еще 5 минут. Так много людей сразу, охренеть, вошло. Смоки, давайте спросим у Смоки. Пока Смоки перезаходит, пару вопросов киньте ему. Вот. Он, скорее всего, даже не знает, что у меня день рождения. Вот. Представляете, моя команда меня не поздравила еще с Нюхой. Короче, полная жопа. Йоу-йоу-йоу, Смоки Мо снова здесь. Пишите на связи. Оскорблять никого не надо, ребята. Быть в прямой эфир. Всем салют. Подключение, Смоки. Брат, я знаю, что у тебя день рождения. Я тебя... Поздравляю, короче, желаю, чтобы ты победил еще раз и еще раз, короче. Спасибо. У меня такая проблема, что я типа вхожу в эфир, и ты пропадаешь, звук у тебя пропадает. Поэтому я передаю всем привет, всем респект и не знаю даже, что сказать. Витю, с днем рождения, поздравляйте и ведите себя хорошо. У нас лучшая команда и мы вообще самые крутые. Тигры. Скоро будут выходить очень и очень горячие батлы. Все. Слушай, всем пока, смотри. Витян, с днем рождения тебя еще раз. Минутка есть? Все, пока. Все, нет минутки. Я не слышу, брат. Ты вообще не слышишь? Все, я понял. Давай. Счастливо, Смоки. То самое. Слушайте, мне сказал бы когда-нибудь кто-нибудь 10 лет назад, что я удалю Смоки из трансляции. Я бы такой, чё? Кто такой Смоки? В общем-то, не слышит Смоки Мо, поэтому как-то так, что-то случилось. Вот, да, скоро будут крутые батлы. Мы хотели спросить у Смоки, как ему батл с Сеймура, да? Ну, ладно, не повезло. Ребята, давайте еще несколько звоночков сделаем. Смоки, к сожалению, не слышит. Спасибо всем за поздравления. Ребята, какой там по счету был спойлер? Всем спасибо. У меня рост 180 примерно. С днюхой, спасибо большое. Мне 27 лет сегодня исполнилось. 27 лет. Клуб трактористов. Анана и все дела. Блин, чувак, давай. Вот этот вот чувак очень активный. Слушай, тебя нельзя прикрепить. Давайте посмотрим кого-нибудь. С кем начать прямой эфир? С кем? Блин, Владос Пападос. Давай, Владос Пападос. Спасибо. Блин, заявок много. Владос Пападос.
Клуб 27, шарю, да. Клуб 27 трактористов в нашем селе. Ребята, чувак не этот, чуваку не... Давайте, кому еще набрать? Спасибо. У кого есть поздравления, у кого есть какие-нибудь вопросы, давайте по вопросам. Кто? О, Руслан нормальный чел. Руслан нормальный чел. Звоним Руслану нормальному челу. Вот. А, да, Горбатсхёв. Чувак, так ты же это... Йо-йо, здорово. Салют. Что, нюхать, старик? Да, спасибо большое. Все для хорошего, что ты? Все, спасибо. Готов? Это единственный вопрос? Я готов рубать. Давай, готов, ну красавчик. Спасибо, чувак. Давай, еще кому-нибудь позвоним. От души. Следующий, Рэм Дигу в эфир. Давайте поговорим с чуваком, который принял удар на себя и сегодня разыграл должность петуха. Ну, чувак, прости, как бы, да, чувак, который написал первым микси. Где ты, Горбачев? Давай с тобой спросим, как ты относишься к микси, как ты относишься к днем рождения. Кстати, люди, напишите, кто, какие знаки зодиака. Так просто перепись знаков зодиака проведем. Вот я дева, к сожалению. Давайте попробуйте потолковать за дев. А, поняли, да, типа? За дев потолковать. Вот. Короче, кто тут есть? Я пока никак не отмечаю. Мне сегодня за руль еще надо садиться. Ну, в смысле, за руль не трактора. И это, да, без шуток. Лев, овен, лев, рак, козерог, рак. Так что я пока не это. Девы топ. От души всем девам. Привет прям всем девам. И лев, львы. Лев близок к девам. И лев близок к тиграм. Стрелец. О, кстати, видели последний наш корпоратив? Вот я не стрелец нифига. Но Сойер нормально так отмочил. Близнец, стрелец, лев. И рак. Как много. Смотрите. Смотрите, как нас много разных людей. Весы. Блин, давай, чувак, вот чувак с ником Добрыня Раша, нельзя тебе почему-то звонить. Вот я ХЗ. Дио в аудио гусь. Че ты делаешь, гусь? Я гусь. Ковалев 6969. Давайте спросим у Ковалева 6969, кто он по знаку зодиака и когда у него день рождения. О, Ковалев отклонил приглашение. Прикиньте. Как можно подняться, не вкладывая в себе бабок? Слушай, чувак, скорее всего, никак, потому что, попав в сферу Версуса и публичных выступлений, оказывается, что у меня не тот шмот, у меня не та осанка, у меня не та челка. Короче, люди, вкладывайтесь в себя, но мне похуй на это. Стиль заключается не в этом. Давайте еще кто-нибудь. Меня тут отклоняют звонки, представляете? В Киев, я бы в Киев, да. В Киев, я в Киеве был один раз. Реально не звонится. Повязка, да хз, повязка какая-то стрёмная. Вам за каждый батл платят? Да не платят нам за каждый батл. Господи, отстаньте. Короче, смотрите. Про батл. Батл с Династом. Батл с Династом был. Я бы вообще приехал во все города, на самом деле. Батл с Династом был хороший, ну, как мне кажется. Он выйдет когда-то в сентябре, недели через 2-3. Вот. Поэтому гамфингер. Я не показываю всем свой гамфингер. Оп-оп-оп-оп-оп. Тур по стране. Да, смешно. Вот. И, короче, давай, киллер. Спросим у киллера. Лил Киллер 26. Моргенштерн? Это какая-то немецкий город какой-то? Слушайте, блин, сколько ты поднял бабла за все время на Версусе? Блин, чуваки, ну как так-то? Ноль, представляете, ноль. Ну, кстати, кто кидает деньги за поздравление с днем рождения, сегодня я получил очень хороший донатовый топ. Прям топ-донат с поздравлением. Большое спасибо. Это как бы совсем не важно, но очень приятно. Кто хочет, давайте кому-нибудь позвоним и спросим знак зодиака и еще что-нибудь. Всем привет. Я зарабатываю сейчас 0 рублей. Понимаете, у меня скоро батл с ПМом когда-то, и поэтому я решил уволиться заранее. Такая вот игра на опережение. Потому что теперь рэперы доебываются до всего. Ладошки браги пахнут юмором.
батл Сеймура и Лехи не судился, потому что давай тебе позвоним. Versus Fun. Versus Fun. Ты такая преданная фанатка. Блин, я высыпаюсь, но теперь не высыпаюсь, короче. О, Versus Fun 17.03 в эфире. Привет. Салют. Я весы. Ты весы? Все, ты хотела сказать я весы, и все, и тебя отключать можно? Да, я тебя тоже поздравляю очень. Спасибо большое. Я видел твои поздравления и твою активность вообще. Так что респект тебе от тигров. За голубей не скажу, но от тигров я респектую тебе. Большое, большое спасибо за спасибо. Все. За все. Пока. Пока. Фух! Ты много весишь. Ты много весишь? Да нет. Человек. Я вешу как обычный человек. Вот. Так что уволился с работы и все такое. Теперь живу круто, живу припеваючи. Вот. Но скоро деньги кончатся. А всем, кто уходит, пока-пока. Не забывайте делать уроки. О, так. Кто еще хочет позвонить? Versus Fun 17.03, весы, запомните, это важно. Алмаз Муртаз, пока. Мы еще минут 10 тоже поболтаем и все такое. Батл с Микси, да, я не знаю. Ну, когда-то будет батл с Микси. На какие бабки существуешь? Блин. Ну, я работал на работе и заработал достаточно, чтобы сейчас не работать. Неожиданно, да? Вот. И недоброжелатели, конечно, есть. Кто рыбы? Рыбы, палец вверх. Пау! Все рыбы вверх. Чух. Кто это у нас тут именинник? А, кстати, почему туса голубятни не выходит? Ну, я не знаю. То есть, я знаю, но говорить нельзя. В общем, туса голубятни скоро выйдет. И проходили они у нас примерно в один день. Палец вверх. Пошла перепись знака зодиака. Да, я могу себе позволить не работать, но не так долго, как это кажется. Я в Питере работаю. Настоящая фамилия Богатыренко. Вот вам спойлер еще один. 26-й. А как к клубам относишься? Да нормально. Про клуб 27, да? Вот шутка сейчас. Звони мне. Давай. Блин, нельзя звонить, прикинь. А, сори. Короче, нельзя звонить людям, скорее всего, у которых закрытый профиль, да? Наверное. Я родом с города. Знаешь, как говорят, типа, у нас был день города, праздновали всем селом. Ну вот, примерно так же. Я из Архангельска. Город Архангельск. Это север. Это как Астрахань, только не Астрахань. Набери мне. Так не набирается, кто ты, но Елемахыцк. Почему именно Бови? Фамилия, имя. Сеймуру помогал? Конечно, помогал. Вы заметили вордплей? Вы заметили у Сеймура вордплей вот эти четкие? У Сеймура ответочка. Пошла ответочка. Чья школа? Оп, школа чья? Гладил хоть раз голубей. Кстати, на корпоративе я не ел голубей. Представляете, я оказался, по-моему, чуть ли не единственным, а еще браги не ел и кто-то еще. Вот, мы прям не ели голубей. Да, сохраню историю, Астрахань. Давай выйдем в прямом эфире, спросим, как дела у братишки Black Sate. С Сеймуром знакомы лет 10. Ох, кто это? Йоу, привет, Питер, ёпта, бля. Привет. Пуч. О, как много чего. Че ты, блядь, Витя, как ты? Да я нормально, день рождения у меня, чувак. Ну чё, ёпта, блядь, поздравляю тебя, блядь, чё сказать. Спасибо. Души. Ёпта, бля, выигрывать нахуй, бля, во всех батлах, бля, чё же еще пожелать, бля. Бля, спасибо, от души. Все. Чё, когда будет третий этап, или он уже был, блядь, но в YouTube нахуй не загрузили что-то, бля. Третий этап скоро будет. Через неделю, две ночи батлы ходить. Бля, это пиздец, ждать сколько, бля. Ёпты, бля, жди, чувак. Это, блядь, от скуки никак не сдохнуть, блядь, я просто не знаю. Блин, бери пульта, короче, и не пальца. Ладно, все, чувак, ладно, спасибо, все, за чувак спасибо за поздравление, мы пальцы. Ну чё, ёпты, бля, у кого тут счастливая рука?
Сначала сельский казах, а потом просто нормальный чувак. Вот так вот. Ну чё, ёпты, бля. В Архангельске я не знаю, когда буду, но надеюсь, что в октябре, может быть. Вот. Чё, ребята, давай ещё. Это Дота, да, была? Я вообще не шарю. Пуджи там какие-то, меланжи и прочее. Вот. Чё ещё? По поводу батла с Сеймуром. Ну, Сеймур, очевидно, выиграл. Вот. И рестор написал, да, ресторатор написал, какую фразу вырезали. Вот, в принципе, про трагедию. Вот. Я советовал Серёже этого не вставлять, но у Серёжи была концепция целая, ну, по этому поводу. Говорить я про неё не буду, но, в общем, жёстко, жёстко, поэтому вырезали. Да, чувак, тебе не звонится. Вот чувак с ником Ноэль Мерек, вот это Ноэль Манф, тебе нельзя позвонить, у тебя, скорее всего, профиль скрыт. Пем или Парагрин? Ха, ну, теперь Парагрин. Гуфу отношусь. Круто. Дота для педиков. Давайте поставим сердечки. Сердечки. Кто считает, что дота для педиков. Поддержим доту, поддержим педиков. В Тазовске. В Тазовске. Это что? Тазовск это где калины производят, да? Привет, Сталина. Е, Казахстан, привет. Спасибо большое. Какую фразу не сказал, просто сказал, что вырезали про вишню. Вырезали, но... Фраза была достаточно жесткая, я не хочу ее повторять. Вот. Ну, Парагрин, Парагрин, потому что Парагрин теперь свой, а с ПМом еще воевать предстоит. Минимум батл. Вот. Ну что, ёпты, бля, кому, ёпты, бля, еще позвонить? Нормально, мы классные чуваки попадаются. Поддержим Абхазию, поддержим Абхазию. Блин, дота для пидоров. Да ладно, чего, поиграть-то можно иногда. Вот. А что, Рестер всегда бухой? Да нет, почему Рестер? Ну, у него голос был сорван. Оксана. Оксана врывается в чат. Привет, Сталина, Сталина. О, ты теперь шаришь, чувак. Не зря пошла наша тусовка. Спасибо за поздравление. Оксана 0382. 27 лет мне исполнилось. Всем привет. Минут 5 еще сидим, общаемся и отпущу вас делать уроки. Как оценишь свои шансы в батле с Династом? 50-50. Из команды голубей, как я изначально и говорил, ПМ и Династ, потому что у него очень много опыта. И по нашему батлу могу сказать, что Династ сделал очень круто. По сравнению с предыдущими батлами, Династ прыгнул на 10 где-то голов. Блин, грудь не хочу показывать, даже по-братски. Вон, смотрите лучше на прическу мою модную. Да, вот, кстати, чувак, который готовил нам голубей, можете хейтить его. Блин, ну, это ж была шутка. Покажи сисечки. Е-е-е. Накидывайте, да, кто хочет посмотреть сиськи. Слушайте, Оксана опять слилась. У меня такое ощущение, что специально, знаете, такие вот люди, которые очень серьезные, невеселые, они сливаются со звонка, а вот ёпты, бля, казахские сельские чуваки прям от души залетают на трансляцию к нам. Спасибо. Спасибо. Скоро батлы начнут выходить. Короче, по информации, которую я знаю, сейчас будет выходить когда-то скоро встреча голубей и потом батлы по порядку. Сначала батл PM Браги, потом миксер Сойер, Династ Бови и дальше порядок не помню. А, Майлз с этим, с Ленькой нашим и оставшиеся два. Вот, поэтому скоро, скоро батлы ждите. И когда-то будет батл с Микси, когда-то с Пьемом будет батл. Все нормально. А сейчас у меня день рождения. Всем девам пол. Всем не девам пол, потому что всем пол. Смотришь стримы Браги? Нет, не смотрю, но когда-то надо залететь. Диана Гнездилова пишет, я опять проебала трансу. Ты трансу? Блин, тебе нельзя позвонить. Слушай, Майлз с Леней. Ой, в смысле, летай с Леней, да, сори, сори. Казах, казах крутой. Майлз с Ленькой. Ну такой, да, батл зеркало. Спасибо за поздравления. Леньке привет. Спасибо Смоки, что это... Давай про дев. Поговорим про дев. Не, грудь сегодня не буду показывать. Смотрите предыдущие трансляции.
Почему в последних версиях не было судейства обычных? Ну, потому что это были, типа, такие встречи. Там на газе было 4 BPM и 2 сольных батла. Вот, поэтому, ну, 2 офлайн. Поэтому они не судились, так договорились соперники, я думаю. Я личку не игнорю, у меня в ВКонтакте сейчас почти 600 сообщений. Ну, поэтому пока я не могу ответить. Я всем отвечу ВКонтакте. Здесь я отвечаю, потому что здесь мало пишут. ВКонтакте до хрена. Поэтому большое спасибо. В Архангельске не знаю, когда буду. Может быть, в октябре. Браги выебал ПМа, может быть. С днем рождения, спасибо. Всем отвечу. В общем, большое спасибо всем, кто поздравил. Большое спасибо всем, кто поздравил финансово. Это, ну, это очень круто. Все деньги пойдут на благотворительность. Особенно один чувак очень-очень хорошо поздравил. С Браги эфир. Давайте, блин, давайте с Браги. Кстати, как вам? Давайте так, кто хочет услышать анекдоты от Браги и реальные true story, ставьте какой-нибудь необычный смайлик, вообще необычный, которого сегодня еще не было, и мы поговорим с Браги. Ну, возможно, я с Браги не буду теперь разговаривать, потому что он меня пока не поздравил с днем рождения. Вот, так что посмотрим. Как ворваться? Куда ворваться? Куда ворваться? Тигры зимуют. Тигры зимуют в Архангельске, в ЕКБ. Тигры зимуют в... Везде тигры зимуют. Эй, йоу! О! Саламуля, брат! Саламуля, брат! Саламуля! О, Сеймур! О, Сеймур! О, эхо! Блин, о, эхо! Здорово! 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 С днем рождения тебя, братан! Спасибо! Спасибо! Пятый элемент. О, смайлики необычные. Пошли. Респект за смайлики. Что делаете? Мы собрались вот исключительно посмотреть тебя, покурить кальянчик и поздравить тебя хочу, потому что я еще не писал, не звонил. Братан, от души. Я тебя потом еще наберу. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Я кикнул, думаете, я вас не кикнул. Ну, кикнешь, конечно. Пока тогда, че. Ладно, спасибо большое. От души. Короче, это был Дио Ваудио и Сеймур, мои чуваки. Недавно мы выиграли батл очередной. У меня же соточка батлов было. Вот, поэтому спасибо братишкам за поздравления. Давайте еще 3 минуты. Ой, как много смайлов необычно. Короче, давайте я поговорю с Браги. И если это реально, то мы когда-нибудь трансляцию намутим совместную. Я спрошу у Браги 8 анекдотов. И Браги мне расскажет 8 анекдотов. И вам тоже. Ребята, спасибо всем за поздравления. Тряпка на голове – это я комбайнер, тракторист, поэтому это норм. В общем, всем спасибо за поздравления. Надеюсь, я сохраню трансляцию, надеюсь, она никуда не уйдет. Рэп-перископ не загружает никуда эту трансляцию. Чисто по-братски, с днем рождения. В общем, это, в клуб нам еще рано вступать, да? Поэтому давайте, короче, дальше. О, чувак меня бы изнасиловал. Спасибо. О, в общем, всем удачи, всем хорошего учебного года, всем хорошего сентября. После дев идут весы. Кстати, вы задумывались, что логично, да? После дев идут весы. Блин, может быть, знаки зодиака и гороскопы прям очень хорошо так переплетены. Вот. После версуса собираюсь заниматься. Да не знаю пока. Есть один проектик. Так что посмотрим. Спасибо всем сельским казахам. Сельским равно казахам за трансляцию. Вот. Микси я проиграю специально, да. Короче, если я проиграю Микси, ребята, то значит, что я это делаю специально. Все, Оксана кидает заявку на трансляцию, но ты не дозвонилась. Всем спасибо. Всем. Мне жидкость. Кстати, про жидкость от салата. О, спасибо тебе. Знаешь кто? Диана Коваленко 203, что подразумевает 2003, скорее всего. 15-летняя Диана Коваленко. Хороший вопрос спросила. Ребята, жидкость от салата. У меня возник спор с одним человеком, кто любит жидкость от салата. Вот, я за, человек против. Так что голосуйте за, и человек прям по-по-по, мы сделаем чувака. Вот,
Диана Коваленко, 2003, то есть, привет Диане, сделайте, всем привет. В общем, всем спасибо за поздравления, ВКонтакте всем отвечу, правда, большое спасибо, хороших уроков, хороших батлов, скоро будут батлы, ждите батлы, ждите встречу голубей, ждите Fresh Blood, пишите по всем вопросам, и всем от души. Пока, ребята, всех. Yeah.